В ночь воскресенья на понедельник будет перекрыто движение по федеральной трассе М8 в районе деревни Кузнечиха. Проезд там будет запрещен с 3 до 4 часов, а затем с 5 до 6 утра. В это время там будут монтировать пролет надземного пешеходного перехода. И еще об изменениях в движении транспорта. Сегодня ночью начнутся ремонтные работы на Октябрьском мосту. Одну из его полос полностью закроют для проезда. Ремонтники будут работать все выходные, поэтому движение транспорта по мосту и в субботу, и в воскресенье будет ограничено. Чтобы не создавать, а затем не стоять в пробках, водителям из Заволжья ехать в центр лучше по новому мосту через Волгу. Очень много нареканий у нас вызывает тот факт, что на Октябрьском мосту часто выходят из строя швы, которые деформационные. Поэтому у нас принято решение совместно с мостотрядом. Значит, в эту пятницу с 22 часов до 15 часов воскресенья мы планируем закрыть одну полосу движения для транспорта. Это в сторону из центра за Волгу. У опоры номер 47 будет выгорожена там часть территории. И до 15 часов воскресенья мы планируем попробовать заменить этот деформационный шов Октябрьского моста. Заранее просим спланировать свои поездки, особенно у нас в пятницу это на даче поют люди, а в воскресенье с дач. Поэтому, если можно, значит, через юбилейный мост там, или раньше выехать, или позже приехать. Вот такая ситуация.